компании «Аградом». Являюсь я в ней инструктором по эксплуатации ВПЛА. Дроны в нашей жизни набирают популярность. К сожалению, в России мы отстаем в этом плане. В других странах уже довольно давно, еще, наверное, с годов 15-х дроны уже в работе во многих сферах. Это, соответственно, и геодезия, и какие-то спецслужбы в плане там пожарные, спасатели и прочие. Очень много где используются дроны. Вся развитость дронов зависит у нас от технологии по батареям. На сегодняшний день аккумуляторы позволяют нам эксплуатировать дроны с большими нагрузками и применять их в сельском хозяйстве. Не для, ну, я думаю, для вас, как специалистов в своей сфере, уже, наверное, не секрет, что авиация промышленная, она уже скорее себя изжила, потому что нет каких-то новшеств, она не развивается. И замещение, естественно, этой авиации берет на себя дроны, потому что они дешевле, на них легче обучиться. Их гораздо проще применять, их проще обслуживать. И самое главное, дроны позволяют работать в так называемом точном земледелии. Когда дроны применяются с высокой точностью, мы знаем, сколько точно мы гектара опрыскали, мы знаем, где мы опрыскали, мы знаем, что мы, например, разбросали, какие удобрения. Поэтому дроны у нас на сегодняшний день являются следующим шагом, так сказать, в развитии сельского хозяйства и повышение, так сказать, полезности. Поэтому стоит заметить, что в технологиях дрона, когда речь заходит о дронах, это не только электроника, это не только способность пилотировать дроны. Здесь задействовано много наук, которые нужно изучать, нужно в них совершенствоваться. Например, вот, может быть, это не очевидно, но чтобы управлять агропромышленным дроном, нужно понимать геодезию. Не очевидно, мне кажется, да, но вот чтобы спозиционировать дрон на местности, нужно какие-то моменты из этой сферы науки знать. Поэтому, когда к нам приходят люди на обучение или они приобретают дроны, естественно, мы начинаем с азов тех или иных наук, которые нужны для того, чтобы пилотировать дрон. Я думаю, понятно, что это там агрономия, как я сказал, геодезия, там, что-то в электронике, что-то там разбираем компоновку дрона, модульный ремонт и так далее. На сегодняшний день могу заметить, что агропромышленные дроны уже стали более-менее значимы в сельском хозяйстве и на слуху. То есть, в принципе, каждый фермер, каждый владелец хозяйства уже знает, что это такое, в принципе, знает, как это применять и знает, чем он может ему помочь. Если буквально год назад мы еще людям доказывали, объясняли, какие-то опыты проводили вместе с ними, чтобы показать людям, что эта техника действительно рабочая. Фермеры, либо же руководители холдингов, говорили такую реплику: ну вот вы рекомендуете свои дроны, ну это же на самом деле игрушки, вот четырехсильный трактор, вот это сила, либо самоходный опрыскиватель, вот это сила, вот это громадина, груда железа. А я говорю: да вы просто не представляете, что такое дроны, они по выработке такие же, как и ваша громадина, и как бы слово за слово происходит дискуссия. Вот, я ему не могу доказать, он мне не может доказать. Но потом, спустя время, вот на сегодняшний день мы уже очень большой, даже, скажем так, громадный объем выполнили работы за счет беспилотных систем. Я сегодня только начал понимать, что, а действительно, дроны, вот самоходные машины, это действительно игрушки. Но это игрушки в сельском хозяйстве, то есть управлять, регулировать все работы, которые происходят в сельхозпредприятии, можно играючи, за счет игрушек, получать удовольствие и тем самым экономить. Это безопасно.
это прибыльно, это точно, это эффективно и так далее, и так далее. Плюс можно только как бы перечислять. Да, действительно, это игрушки. И он прав, но только далеко не все понимают, насколько этим можно легко управлять, руководить, получать удовольствие от сельского хозяйства. Поэтому, я думаю, скоро мы все по большей степени к этому придем. Чтобы мы пришли к этому делу, старых дядек очень тяжело переубедить, а вот вас, молодых, я думаю, нам будет легче убедить, что это все хорошо работает, научить, как и пользоваться, управлять, и это, скажем так, это на самом деле все вот эти вот машины, все эти игрушки, это часть определенной громадной экосистемы. Раньше нужно держать большое количество людей, семеновод, энтомолог, завсклада, агроном по защите растений, агроном полевод и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас это можно как бы совмещать все в 2-3 человеках и в аппаратном решении. Вот, сидя у себя в кабинете. Под кондиционером. Вот, то есть сельское хозяйство на сегодняшний день приобретает очень удобную, очень комфортную, скажем так, сферу для работы. Благодаря вот этим всем деталям. В состоянии уже возможно, и первый сезон работы, замечу, что вот эти дроны, искательные системы вместо насосов и форсунок устанавливаются разбрасыватели. И они могут разбрасывать семена, могут разбрасывать селитру, удобрения какие-то, что по факту на самом деле намного выгоднее, чем сеять по старой технологии там, румами, которые заходят в сухой чек, разбрасывают семена, заполняется это водой и половину семян там смывает. Дроны могут сеять семена прямо в уже наполненные чеки в воду. При этом можно очень сильно сэкономить на количестве внесения. То есть если там самоходниками, там румами мы там сеем 300 килограмм на гектар, то данными дронами мы можем посеять там 150, там, ну, 180 килограмм. И при этом в результате урожайность будет выше, чем когда мы сеем самоходниками. То есть на 50% экономии только на зерне. А там еще много-много-много каких плюсов возникает в результате такого посева. Технология показала себя, и она будет пользоваться спросом в будущем. Единственный нюанс для работы с посевами – требуется более компетентный подход к дрону, хорошее умение управлять дроном, поэтому могу заметить, что при посеве риса дрон чуть более изнашивается, это более частые полеты, более сложно, чем просто опрыскивать. Поэтому, в принципе, если вы займетесь ВПЛА, используйте тренажеры, используйте какие-то технические документации, чтобы знать, как это работает, и впоследствии вы сможете тоже применять этот дрон и на себе, и на опрыскивание. В принципе, по техническому обслуживанию дроны неприхотливы. Это бесколлекторные моторы, это электроника, защищенная по стандарту IP67, который исключает попадание влаги внутрь. Если вы эксплуатируете дроны безопасно, безаварийно, то раз в сезон там какие-то общие там осмотры нужно там проводить, там состояние лопастей, там состояние подшипников и прочее. В целом обслуживать там практически нечего. Единственное, могу заметить, что дрон нужно хорошо отмывать от химии. Агропромышленная химия, она довольно едкая, реактивная, и она может быстро корродировать, заставлять корродировать металлы, которые находятся в дроне, там винтики какие-то там и прочее. В основном дрон составлен там из карбона и алюминия. Но в целом, я думаю, это так везде. Если у тебя техника сегодня в порядке, то значит завтра она будет у тебя работать. Если ты не следишь за техникой, то будут какие-то поломки. Поэтому можно даже вот здесь заметить, например, вот два дрона. Вот один пилот не очень хорошо следит за своей техникой. Конечно, она в принципе чистая, но немного грязненькая.
Вот этот дрон, в принципе, отработал даже, наверное, больше, чем вот этот. Но видно, как человек здесь следит за своим дроном, или как человек здесь следит за дроном. Поэтому здесь какие-то поломки у нас есть, мы сейчас исправляем, подготовим человеку. И, естественно, дадим ему какие-то рекомендации по обслуживанию дрона, чтобы он более-менее в порядке его держал. Здесь, так сказать, стандартные проверки и процедуры, после чего мы дрон отдадим человеку, и он продолжит, так сказать, работать в своем хозяйстве. Вот. Значит, немного по обучению и наукам, и вообще в общем плане, как я слышал, здесь у нас затронулся вопрос по точному земледелию, по индексу DVI, и как это вообще все можно применять. Значит, ну, я так понимаю, что индекс DVI, точное земледелие, это довольно-таки неотъемлемые друг от друга термины, поэтому скажу сразу, есть геодезический дрон, снабженный камерой индекс DVI. Для каждой компании это свои дроны, то есть там есть разные компании, которые представляют дроны, это там DJI, ведущая, там XAC есть Joint, много-много компаний. И, например, у каждой компании там есть свои дроны с индексом DVI. Это камера специальная, подвешивается на дрон, соответственно, дрон может работать. Когда мы поле отсканировали в индекс DVI, мы на специальных программах, это там Pix4D может быть, это может быть там Metashape и прочее, мы сможем работать с этим индексом, составить какие-то карты дифференцированного внесения. Это когда дрон у нас может лететь над одним полем, у него есть какой-то параметр. Вот, допустим, поле везде здоровое, а где-то есть какой-то очаг болезни. Или там, допустим, необходимо там что-то внести в этот очаг. И дрон может понимать, что на общее поле там внести ему нужно там такую норму, там чуть поменьше, а вот где этот очаг есть, там наоборот больше внести. И, соответственно, когда дрон будет пролетать, он будет вносить в это место там чуть больше раствора рабочего. Поэтому тут дело вступает геодезия. Просто для этой точности там существуют специальные базовые станции, от которых дрон позиционируется. Эти базовые станции тоже нужно уметь спозиционировать на местности, чтобы они нашли себя, и от них уже отталкивался дрон. Но вот эти базы работают по такому же принципу, как вот эти геодезические базы у геодезистов, которые понятно означают, они вообще ничем не отличаются. Единственное, чем отличаются, да, они там общаются с дроном и передают ему там какие-то вычисления в системе РТК. Поэтому, чтобы добиться точного попадания дифференцированного внесения, Вам нужно установить вот эту базовую, уметь установить эту базовую станцию достаточно точно, чтобы она передавала своих дрону, и он мог вычислять свое местоположение. В целом могу сказать, что по дрону не так много нужно знать, сколько уметь применять. Поэтому теоретическая часть, она чаще всего, вот я много людей обучил, они могут приходить, они говорят, мы знаем это, мы знаем то, геодезию, но все упирается, когда человек просто не знает там интерфейс приложения, как обращаться с дроном, какие там предполетные подготовки нужны, что нужно делать. Поэтому в целом вы, конечно, изучайте, но если у вас есть возможность попрактиковаться, а сегодня у вас будет такая возможность, у нас есть тренажер на компьютере, на котором мы обучаем своих пилотов. То есть пилот у нас не допускается до управления дроном, пока он не пройдет какие-то определенные условия на этом тренажере и не научится летать. Поэтому сегодня вы сможете попробовать полетать на беспилотнике в виртуальной реальности с использованием пульта управления дрона обычного, стандартного. Погода, еще дожди, там то шли, то не шли. В итоге поля никак не могли обработать. Ни авиация, ни самоходники. В этот момент выступают дроны. Дрону нужно в моменте, какая-то погода хорошая есть, он сразу, ты его буквально там за минут 30 подготовился, и ты уже летаешь, работаешь.
самоходнику там зачастую нужно там ехать чуть ли не по 2 часа от базы до поля, чтобы начать работать. Часто у нас были такие нюансы, когда совка поедает поле кукурузы, фермер нам говорит, там мне только сутки гнать самоходник до этого поля, пока он еще там обработает, это пройдет время, у меня поле уже не будет к тому времени, приедьте, пожалуйста, не обработать. Тут же приезжает бригада с дронами, 30 минут подготовки, и дрон уже начинает работать. Поэтому надо заметить, что дроны — это всегда срочное реагирование. Есть один нюанс, в который вот эта вот срочность упирается. Это законодательство. К сожалению, в России законодательство очень сырое в этом плане. Чтобы летать на дроне, ты должен подать документы за неделю, то есть начать оформлять какие-то разрешения на место, где ты будешь применять дрон. И, естественно, за неделю ты никогда не будешь знать, будешь ты там работать или не будешь. Тем не менее, мы надеемся, что в плане агропромышленных дронов они будут как-то обособлены от всех остальных дронов в юридическом поле, и с ними можно будет работать так, как это нужно хозяйством, а не так, как это нужно там по регламентам и правилам. Поэтому мы в полях регулярно находимся, какие-то поломки, не просто посмотреть, как, ну, знать теоретически, как дрон полетит, как ты там поставишь карту, а практически знать. Что в плане полета дрона и подготовки его к полету, это всегда такой более творческий подход, потому что нам нужно откартировать поле. Для этого есть геодезический дрон, который делает съемку. Он создает топографическую карту, так называемую. Есть разные приложения, как я говорю, там Pix4D или тот же Metashape, в которых можно это делать. Создается маршрут полета дрона, по которому он пускает. Это все можно сделать в офисных условиях, на компьютере. То есть вот я, например, занимаюсь диспетчерством наших бригад. Я здесь на компьютере подготавливаю им маршруты. Там ребята приезжают на поле, дроны разложили, подготовили. И все, что им нужно, это зайти в приложение, найти поле, которое я им прислал, нажать на него, заправить дрон, дрон полетел. То есть ему даже практически не нужно что-то там куда-то лететь или что-то исследовать поле непосредственно перед работой, потому что для него уже все сделано. То есть максимально комфортные условия для пилота. Конечно, есть такие варианты, как я говорил, когда нужно срочно, и поле, допустим, не было откартировано, у него есть возможность там вручную это поле разметить, создать какие-то контура, полигоны для работы дрона и уже непосредственно лететь дроном. Вот как раз для этих случаев и нужно уметь управлять дроном, уметь избегать каких-то аварийных ситуаций, потому что поля бывают не всегда там квадратные, ровные, а зачастую это там линии электропередач там через них идут, там где-то дерево стоит, там трубопровод какой-нибудь, там газовый кран и так далее. Чаще всего это довольно сложные поля. Вот эта модель, она уже нет. Ну, так сказать, продажи вы еще найдете, но уже не выпускается. Эта модель не выпускается. Это все два дрона, это Ксаги. У нас сейчас их тут не густо, у нас вообще больше дронов. У нас есть и DJI, Joyce, и Ксаги. Вот там вот вообще китаец у нас, который весит под 124 килограмма. Там, скажите, а какие вот основные неполадки, отказы, вот, например, у тех или иных компаний, Ксаг, DJI, там, Joyans? Как я говорил уже, дроны довольно неприхотливы, и если их использовать без аварийно. Если ты, ну, как пилот, обычно в большей степени это вина пилота, когда происходит авария, допустил аварию, то тогда уже начинаются поломки, если не было квалифицированного подхода к ремонту. То есть, может, где-то осталась трещина, она там вибрирует, она со временем начинает ломаться и приводит это к новым падениям.
А в целом, да, бывает брак, все-таки все дроны на рынке это Китай, бывает брак, там выходит из строя там, контроллеры оборотов, там, или подшипники в моторе стоят неправильно, они там со временем разбиваются, требуется их замена или всего мотора. Там форсунки бывают, вот форсунка, чашечка, ноу-хау, так сказать, раньше были у нас щелевые везде форсунки, а они забивались. А так как мы работаем с ультрамалыми объемами, у нас часто в химии есть какие-то там гранулы, ну что-то, что может забить форсунку. Поэтому в агропромышленных дронах, конечно, лучше использовать вот так форсунки роторного типа, которые позволяют любой химии проходить через них. То есть, что на нее упало, то оно и разбросало. Неважно. У меня у самого был такой случай, еще когда я занимался непосредственно опрыскиванием, мы приехали работать на клиента. Клиент нам замешал 450 литров химии. Это как раз по зимой пшенице было. И он добавил бактерии туда. И вся эта химия выпала в осадок. Дроны, конечно, ну, на тот момент у нас были щелевые еще форсунки. И мы понимаем, что эта химия, она никак не пройдет через эти форсунки. Он не выйдет. Поэтому все это привело к тому, что в итоге фермер 450 литров утилизировал рабочего раствора, и ему пришлось замешивать. Поэтому как бы тут еще и надо экономию знать, чтобы правильно замешивать химию, правильно подготавливать рабочий раствор и уметь с ним работать, если вы занимаетесь непосредственно этим сами. Да даже пилоту, когда пилот занимается, если он видит, что фермер что-то не так делает, там, приехал он на поле, а фермер ему говорит, там, работаем 300 литров на гектар. И, естественно, пилот должен сказать, ну, как бы, это другая тема, здесь нужно работать с ультрамалыми объемами, поэтому давайте придем к другому решению. Вот так вот. А комплектующими как сейчас? Проблемы есть? Комплектующими никаких проблем нет и быть не может, потому что все они едут из Китая. Китай с нами дружит, нам хорошо. Поэтому... Все нормально, да? Да. Ну вот как бы да, вот XAC, есть DJI. Вот DJI это довольно такая уже, скорее не китайская фирма, она международная. Это уже очень большая фирма. DJI это, наверное, 90% всех дронов на рынке. Они начали очень давно, начинали с игрушек. Большинство фильмов сняты с помощью оборудования DJI, дронов, стабилизаторов и так далее. Просто интересно было бы послушать о каких-то, может быть, недочетах. Ну, как я сказал, недочеты в большей степени это брак. То есть брак производства. Когда дрон тебе пришел новый, а у тебя из коробки уже не работает какой-то мотор. За это можно отвечать, там, например, вот ESC-контроллер. Вот это вот называется ESC-контроллер, то есть модуль, который управляет оборотами двигателя. И если в нем неисправность какая-то, это дрон обычно при самодиагностике выявляет автоматически, он тебя предупредит еще до взлета, что у меня там такая-то неисправность, замени вот эту штуку. Но, конечно, бывают и такие случаи, когда контроллер может выйти прямо в полете, выйти из строя, и это приведет, конечно, к падению. Такое бывает редко, тем не менее, это бывает. У данного дрона ESC-контроллеры находятся под днищем. У любого дрона они есть, это, так сказать, неотъемлемая часть. Просто где-то они спрятаны, где-то они чистят. А вот сколько, вот, допустим, этого дрона хватит, допустим, как срок службы? Ну вот максимально. Примерно вы сравнивали самоходное, да, вот дрон, себе стоимость там дня, года, вот это вот как примерно? Ну и производительность, через естественно. Сколько нужно докупить? Окупаемость, если говорить об окупаемости, то да с нынешними ценами на обработке, это меньше года. То есть ну, за сезон они окупят себе 100%, если квалифицированно к этому подходить. А сколько сезонов отслужит? Что? Сколько сезонов отслужит? Сейчас скажем так, мы работаем, у нас есть дрон, два дрона, которые работают уже четвертый год. Понятное дело, в них там уже большую часть запчастей позаменяли, потому что их очень сильно
очень потребительски их эксплуатировали в свое время, потому что ну, это, так сказать, стоило того, поэтому к ним относились потребительски, их и били, и разбивали, собирали опять, и опять разбивали, и вот так. Там уже, наверное, большинство дронов в большей части состоят из новых запчастей. Вот, например, вот лежит бывший DJI T16, он у нас когда-то работал, а в какой-то момент он стал донором, то есть для других дронов. С него снимаются запчасти, там ставятся другие, иногда это заказывается. Но в целом я могу сказать, что при бережном отношении к дрону и безаварийной работе 3 сезона дрон работать будет точно. Какая цена у них реальная? Со всеми вытекающими, стоп аккумуляторы, там еще. Комплект, наверное, под ключ, опять же, смотря какой, ну, то есть есть дешевое, есть дорогое решение на рынке, наверное, DJI будет 2,5 миллиона. XAC это вот сейчас их официально продают, по-моему, по 3 миллиона. Найди какой-нибудь самый красивый стол, чтобы в него врезаться. Ева, ты должна 2,5 миллиона. Виртуально? Виртуально, да. Не виртуально. Нет, 2,5. Менты крутятся, теперь ты можешь уже выставлять.